Веремчук, прохвалили на ковид, давайте я сразу буду переводить, переболели на заболевание, ура и колоссам легко, спасибо, вакцинироваться не хотим, но на работе заставляют, угрожают, что через 90-60 дней после болезни не допустят нас к работе, спасибо за слова. Вы понимаете, все связано с тем, что не вы выбираете игру в этой жизни, не вы, вас. Хотите вы этого или нет, рано или поздно заставят вакцинироваться. Будете вы бороться, будете вы сражаться или нет, дело только времени. Я уверен, что заставят всех вакцинироваться. Это принципиальный вопрос, и этот вопрос его не отпустят. Поэтому, если вы собираетесь работать дальше, знайте, вам придется вакцинироваться. Есть ли какой-нибудь обряд, который после того, когда вы вакцинировались, может аннулировать прививку? Есть. После вакцинирования необходимо принять солнечную ванну или еще по-другому пойти в солярий. И после этого забыть об этом. Людмила Ташинска. Много лет уже мучают головные боли. Иногда поднимаешься давление, очень реагирую на перемену. Я не знаю причины. Проблема у вас почек. Это не с психотропными препаратами связано, это у вас связано с почками. Пейте вот что, заваривайте валерьяну с пионом. Купите настойку валерьяны и настойку пиона. Смешивайте их между собой, принимайте по столовой ложке.